67 лет. А вот фотография моего отца. Это вот он, то ли во время, после работы, то ли во время обеденного перерыва на... Нарудник. Все 67 лет. А вот фотография. А вот фотография моего. А вот. А вот фотография моего отца. Это вот он, то ли во время, после работы, то ли во время обеденного перерыва на Руднике. А вот фотография моего отца на Руднике. Видим в столовой или в раздевалку, перед тем, как пойти в раздевалку. А вот после работы он постоянно что-то строил. Вот он летнюю кухню там пристраивал. Мама все время ставила перед ним задачи, а он с удовольствием вот с такой улыбкой все делал. А вот это деревья, которые он начал садить. А потом здесь мы нанесли столько чернозема, что здесь все цвело у нас, и помидоры, и картофель, и виноградник, и деревья тут были хорошие. Это вот моя мама была швеей-мотористкой, зарабатывала 70 рублей в месяц. Потом гладильщица, чтобы на 10 рублей больше, пошла гладильщица на швейной фабрике. Это вот с доски почета фотография моего папы. Это вот моя мама. А вот это деревья, которые он начал садить. А потом здесь мы нанесли столько чернозема, что здесь все цвело у нас. И помидоры, и картофель. Столовой или в раздевалку, перед тем, как пойти в раздевалку. А вот после работы он постоянно что-то строил. Вот он летнюю кухню там пристраивал. Мама все время ставила перед ним задачи, а он с удовольствием вот с такой улыбкой все делал. Я не знаю, кто мог. Только вот Ахмед Хансон. Со всеми. 44. Говорят, что кто-то мог остаться. Хотя, хорошо помню, какой-то 60 какой-то год, когда и она почему-то все время стремилась. За шлагбаумом. Да, в закрытом городе. Далеко шли. Он говорит, а как ты это помнишь? Я говорю, а вот помню. Те трудности, которые молодые годы она пережила.
черный хлеб, и за ним надо было сутками стоять по очереди. И он эти пайки нес в семью, чтобы подкармливать. Ну, это, наверное, было не так долго. Почему? Потому что в семью, чтобы подкармливать. А вот фотография моего отца на рынке. Поведем в столовую. Идет. Вот фотография моего отца на руде. Семью, чтобы подкармливать. А вот фотография моего отца на руднике. Поведем в столовую или в раздевалку, перед тем, как пойти в раздевалку. А вот после работы он постоянно что-то строил. Вот он летнюю кухню там пристраивал. Мама все время ставила перед ним задачи. А он с удовольствием вот с такой улыбкой все делал. Те времена, которые помню, но уже с продуктами было более-менее нормально. Хотя, хорошо помню, какой-то 60 какой-то год, когда мы стояли в очереди за хлебом, по очереди. И моему папе положено было, дети стояли в очереди. Народ, то есть люди сидели, они, наверное, как-то стали взрослыми. И нес в семью, чтобы подкармливать. А вот фотография моего отца. Хорошо помню. Какой-то 60 какой-то год, когда мы стояли.
хорошо помню. А он с удовольствием вот с такой улыбкой все делал. Хорошо помню, какой-то 60 какой-то. Ставил перед ним задачу. А он с удовольствием вот с такой улыбкой все делал. Хорошо помню, какой-то 60 какой-то год, когда мы стояли в очереди за хлебом. Серый только хлеб, черный хлеб, и за ним надо было сутками стоять по очереди. Дети стояли в очередях. Мы узнали про историю народа, про историю усиления, уже, наверное, когда стали взрослыми. Хлеб, черный хлеб, и за ним надо было сутками стоять по очереди. Дети стояли в очередях. Мы узнали про историю народа, про историю выселения, уже, наверное, когда стали взрослыми. Я был на Новодевичьем кладбище, я видел, это важный герой Советского Союза. И виноградник, и деревья тут были хорошие. Это вот моя мама. Да? Были хорошие. Это вот моя мама была швея-мотористка, зарабатывала 70 рублей в месяц. Потом гладильщица, чтобы на 10 рублей больше, пошла гладильщица. Была швея-мотористка, зарабатывала 70 рублей в месяц. Потом гладильщица, чтобы на 10 рублей больше. 70 рублей в месяц. Потом гладильщица, чтобы... Потом гладильщица, чтобы на 10 рублей больше, пошла гладильщица. Гладильщица, чтобы на 10 рублей больше, чтобы на 10 рублей больше, пошла гладильщица. На швейной фабрике. Это вот доски почета фотографии на руках. И прямо и виноградник. Искренне. Потом, когда говорю, что дочь была. Сербию это было, может, 3, может, 4 километра, отмечаться спецкомендатуру. Потом ее принесли поближе. Ну, наверное, до 56-го года мы отмечались там. Мама очень сильно все время болела. Моя мама была швея. Вот моя мама была швея-мотористка. Да? Моя мама была швея-мотористка, зарабатывала
Она была швеей-мотористкой, зарабатывала. ₽70 в месяц, потом гладильщица, чтобы на ₽10 больше. Моя мама была швеей-мотористкой, зарабатывала ₽70 в месяц, потом гладильщица, чтобы на ₽10 больше. Моя мама была швеей-мотористкой, зарабатывала ₽70 в месяц, потом гладильщица, чтобы на ₽10 больше, пошла гладильщица на швейной фабрике. Моя мама была швеей-мотористкой. Швея-мотористка зарабатывала ₹70 в месяц, потом гладильщица, чтобы на ₹10 больше, пошла гладильщица на швейной фабрике. Мама очень сильно все любит. Очень сильно все время болела. Вполне возможно, это те трудности, которые мы. Нанесли столько черноземов, что здесь все цвело у нас. И помидоры, и картофель, и виноградник, и деревья тут были хорошие.
вот это деревья, которые он начал садить. А потом здесь мы нанесли столько черноземов, что нанесли столько черноземов, что здесь все цвело у нас и помидоры. Нанесли столько черноземов. А потом здесь нанесли столько черноземов, что здесь все цвело у нас и помидоры, и картофель. И виноградник, и деревья тут были хорошие. Только черноземом, что здесь все цвело у нас. И картофель, и виноградник, и деревья тут были хорошие. Мама все время ставила перед ним задачи, а он с удовольствием вот с такой улыбкой все делал. А потом здесь нанесли столько черноземов, что здесь все цвело у нас. И помидоры, и картофель, и виноградник, и деревья тут были хорошие. В моем представлении чистый сбор – это когда не после комбайна чистый. Какое-то время, но может. Ахмед Хана Султанов, даже Герой Советского Союза. Букву белого хлеба, что ли. А вообще серый только хлеб, черный хлеб. И за ним надо было сутками стоять по очереди. Дети стояли в очереди.
Дети стояли в очередях. Это вот. Сутками стояли по очереди. Дети стояли в очередях. Это вот с доски почетов, когда. Фотография моего папы. И прямо в Юсуф Крепильщик было написано. Мы узнали про историю народа, про историю выселения, уже, наверное, когда стали взрослыми. Я был на Новодевичьем кладбище. Юсуф Крепильщик было написано. Мы узнали про историю народа, про историю выселения уже, наверное, когда стали. Это вот, ну, такая. И постоянно были. И мы жили в том районе, где постоянно. Казалось бы, в 56-м году практически эту речку и образовалось озеро. Наш дом затопило. Справка о признании пострадавшим от политических репрессий. Казалось бы, в 56-м году можно переехать, переехать было невозможно туда, и тем более мы росли, которым есть, это справка потопил. То, что успели спасти, то спасли от политических репрессий. Казалось бы, в 56-м году можно. Русской жены, я не знаю, вышла во двор рано утром, ну, по крайней мере, больше двух недель, а это был май месяц, а знаю, да, ее сестре было 10 лет, вот они одни, и не проверяли документы, вот ехать в Андижан, а вернуться на родину это невозможно. Но у нас говорили, что в защиту люди на Красной площади себя сжигали. Поэтому родители говорили, вот надо же люди собой жертвовать за то, чтобы наш народ вернулся на свою родину. Ну и вообще говоря, был период, когда, ну, наверное, это уже позже было такое ощущение, что вот два народа, которые наибольше пострадали. Борьба с бюрократией. Мой брат Вес, который. В 8-м, по-моему, году был сухой оползень, который перекрыл. Наш дом затопило. То, что успели спасти, то спасли. Вот поэтому. Вот главный документ, который
наш дом затопило. То, что успели спасти, то спасли. Документ, который у меня есть, это справка. Есть это справка о признании пострадавшим от политических репрессий. Это было сплошная. Свою родину. Вот поэтому вот главный документ, который вот поэтому вот главный документ, который у меня есть, это справка о признании пострадавшим. У меня есть это справка о признании пострадавшим от политических. Это справка о признании пострадавшим от политических репрессий. Казалось бы, надо же люди собой жертвовать за то, чтобы наш народ вернулся на свою родину. Вот главный документ, который у меня есть, это справка о признании пострадавшим от политических репрессий. Казалось бы, в 1956 году можно переехать. Переехать было невозможно туда. И тем более мы росли. Финансовое положение семьи было очень сложным. Но там какой-то земельный участок выделили, но возможности никакой не было. Там столько документов было оформлять. Мама сама не могла, и нам тогда надо было все бросать и ехать туда. Но это была сплошная борьба с бюрократией. Ну и вообще говоря, был период... Был период, когда это уже позже было. Такое ощущение, что вот два народа, которые наибольше пострадали, вот чеченцев тоже поселяли. Но они вот после 56-го. И виноградник, и деревья тут были хорошие. Нанесли столько черноземов, что здесь все. Сейчас кроме них потом.
брат Вес, который сейчас в Крыму в Евпатории живет. Борьба с вперед. Город был закрыт. Я родился, приезжал практически, но можно. Крупного кольно-обогатительного комбината, который занимался добычей урановой руды, в котором постоянно кипятили воду. Ну вот представляете, я ребенок, который родился мой брат Вес, который сейчас в Крыму в Евпатории живет. Вес. Я с 50-го года, он с 51-го года. А вот когда мы уже из барака переехали в финский дом. Вот. Меня здесь нету, но это фотография. Вот мой брат. Вот второй брат вот этот. Вот. Это где-то 62-63 год. Ну и это, наверное. Ну вот представляете, я ребенок, который родился, в котором постоянно кипятили воду. Мой брат Вес, который сейчас в Крыму в Евпатории живет. Кипятили воду. Мой брат Вес, который сейчас в Крыму в Евпатории.